русский национализм-то как раз и говорит, что Россия никакая не многонациональная. Нация – это политическое единство граждан. Поэтому для одного государства существует только одна нация. Одна нация. А какая нация в России? В России нация русская, другой нации нет. Это не означает, что нет других народов. Многонародная страна Россия. Но эта страна, созданная русскими, и русскими же она и существует, усилиями русских людей существует в истории. Остальные народы, представители этих народов участвуют либо позитивно, либо негативно в российской государственности. Одни народы сопротивлялись этой государственности всеми возможными силами, другие поддерживали эту государственность. И кто с русскими заодно в настоящий момент, не когда-то там, когда-то могли быть врагами, а в настоящий момент, кто с русскими заодно, тот и входит в русскую нацию. Русскую, по-другому назвать ее невозможно. В этом и состоит русский национализм, русское лидерство. Оно должно быть восстановлено, оно было в истории. И предки, вот тех, кто сейчас говорит, мы многонациональная страна, чего там русских выпячивать, предки ваши были заодно с русскими. И они русское лидерство вовсе не оспаривали, и не было такого. Напротив, служили белому царю и почитали это за честь. И сейчас союзничество с русскими, вот что должно быть на повестке дня любых национальных сообществ в смысле национальностей, а не наций. Национальностей, то бишь народов. Вот другие народы, проживающие в России, должны стать с русскими заодно. Тогда мы свалим этот воровской режим, и тогда у нас при русском лидерстве все народы будут жить достойной жизнью, не претендовать на что-то большее, чем русские, а быть с русскими вровень. Принцип равенства прав граждан – это тоже принцип национализма. Не выделение русских, но выделение русского духа, русского исторического опыта, уважение к нему не только со стороны русских, но и со стороны других народов, которые имеют с русскими единую судьбу.